заметить много объектов вместо контура в блендере клавиши Shift. Жмете Shift, держите. Теперь можете отмечать сколько хотите. Теперь отметим всех детей. А голова у нас будет родитель. Ее отмечаем последним. И нажимаем клавишу Ctrl P. Объект с сохранением преобразования. Потом может другое. Сейчас такое. Теперь смотрим, что у нас получилось. А двигается голова и все дети вместе. А вот детей я могу двигать по отдельности. Этот пунктир показывает, что именно родительскую связь. Так, Ctrl.
хватает еще рук, ног и движение. Мы же не просто так его 3D делаем.